Живе Беларусь! Слава белорусскому народу, который борется против диктатора Лукашенко. И вот меня повеселил уже не один комментарий, который мне пишут зрители под моими видео. И вот один из таких комментариев: вот куда ты вечно идешь? Но меня вот иногда поражают люди, которые вот что-то подобное пишут. Ну, куда я могу идти? Я иду в магазин, вот, допустим. Вот сейчас вот я иду в магазин. На работу иду. По делам куда-то. Прогуляться иду. Вот. Различная у меня вот и жизнь фактически. Куда я иду? Да, я иду, вот записываю видео, обговариваю с вами какие-то темы. Что мне стоит включить вот на 2 минуты и записать это видео? Ничего не стоит. Такое впечатление, что люди какие-то, или это боты пишут, или кто это пишет, ну непонятно. Но такие бывают комментарии смешные. Ну просто ржу не могу. Берегите себя, ребята. И пусть Господь Бог вас хранит. И пусть это самое большое, что вас тревожит, будет в вашей жизни. А все остальное будет радостно. Берегите себя. А вообще-то я иду трасть жизни. Туда и мы все когда-нибудь, увы, придем. И дай Бог, чтоб мы все были с вами счастливы, потому и идем этим путем.